То есть это мертвые какие-то крысы, наверное. Ну, какой-нибудь у нас было. Где я упала в этот, в яму? Косуля, да? Воняла неделю. Ну, да. И прямо такая она была. Там я на работу ездила, а коровы периодически там сбивали, например. И тигры там еще у них. Не, ну тигры там не было. Коровы бывают мертвые, тело большое. Температура воздуха. И тут косули только из крупных животных, да? Варан. Варан, он не дохнет. Я Гриша зову. Все вараны для меня Гриша. Мне Гриша напоминает. Он бессмертный, что ли? Варан бессмертный, конечно. 500 лет живет. Некоторые... 500 лет, да. Некоторые монахи в варанов превращаются, чтобы реализовать уже в этой жизни.